Юрий Кобзев прошел путь от санитара до главного врача городской больницы. Первым в Ростовской области получил специальность семейного врача. Специалист в области государственного и муниципального управления, депутат городской думы. Решает проблемы экономики, ЖКХ, образования, социальной сферы и, конечно, здравоохранения. Здоровье людей – это главная государственная задача. Без создания достойной системы здравоохранения в России нет будущего.